Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Балди. Конечно же, вы на канале Балди Ла Маэстро. Вот, и сегодня мы, короче, сегодня я вам покажу, как сделать такую аватарку, которую вы видите на экране. Где там мальчик писающий в горшок. Итак, сегодня я вам покажу. Первое, мы заходим в Roblox на вот эту игру Twilight DCR. Если что, ссылка в описании под этим видео. Вот. И поэтому... И после мы переодеваемся в ребенка в вот таком вот костюмчик. Ну, хотя я уже переодет, я возвращаюсь на главное меню. Выбирайте ребенок, начавший ходить. Мы выбираем вот такой размер. Ну, а шапочку можно... шапочку нужно применить... Знаете, какую шапочку нужно применить? Вот такую шапочку. И потом нажимаем подтвердить. И все. Все, мы попали в игру. Дальше мы просто идем в автоматик. Но сейчас это пока что недоступно. Я, наверное, где-то еще минуточек поиграю, и все. И потом будет туториал. Ну все, короче. Я поиграл чуть-чуть, достиг 24-го левла. Это можно делать в любом уровне, который, ну, сделаете. Вот. Мы просто переходим сюда. Ой, не сюда, а сюда. Выбираем Dirty. Вот. Блин. Выбрал не то. Вот, я, короче, оставлю с таким лицом. Все равно, что я выбрал не то. В общем, заходим мы сюда. И потом сюда. Все, хочет какать. Вот, затем идем в туалет. Вот сюда. Вот сюда, вот в ту... Направляем камеру сюда. И нажимаем горшок. А потом быстренько делаем Alt плюс скрин. Вот и все. Дальше мы просто идем в PowerPoint. Вот, идем в PowerPoint. Вот, идем в PowerPoint. И оттуда мы вставляем нашу картинку, которую мы сделали. Вот. Вот картинка такая получается. Потом мы просто сохраняем его как рисунок. Вот. Загрузки. Нажимаем сохранить. Ну и все. Вот так вот. Вот так вот я создаю аватарки. Поэтому, ребята, кто хочет вступить в армию подписчиков Балди Ла Маэстро, это обязательно ставьте вот на аватарку вот эти вот... Вот этот скрин, который я сделал. Который я... А еще не забудьте вступить в наш телеграм-канал. Там как раз будет общение. Если YouTube закроют, то как мы будем продолжать нашу карьеру YouTube? Поэтому обязательно вступайте в телеграм-канал наш. Поэтому, если что, ссылка внизу. Ну а на этом все. Мне пора пить индийский чай и хавать бишбармак. Ну что, всем пока.